Всем привет, с вами Гуля Лакерта. Продолжаем играть в Baldur's Gate. В прошлой серии мы зашли в храм Шар, я так понимаю, богиня. Сейчас пойдем изучать. О! Ну, я думаю, это нам нафиг не надо. Ну, ладно, вот отправим в лагерь парочку. Трупы. Я не знаю, что здесь... Волны, воины Шар не должны поддаваться на уловки, недостойные ожиданию ее потери. Ожидают ее потери. Огромный самоцвет. Голос. Что там голос она сказала? Тяжелая дверь закрытая. Так. Лайзель не проходит проверку внимательности. На что внимательность была? Ребят, на что внимательность? Осторожно, ловушка. Безвредить надо. Угу. Давайте обезвредим. Всегда все в ловушках. Все в ловушках. Я пол той серии ловушки обезвреживала. Тут еще где-то были ловушки. Хотела сюда глянуть. Так, это у нас какой-то опять скелет. Переход в походный режим. Слепота. Шар не благоволит тем, кто делает чего? Течение хода. Это из-за того, что мы ловушку не заметили? Так. Я не поняла немножко. Чё там? Обезвредить. Нам ловушки. Да, я на ловушку наступила. Ё-моё. Давай. Обезвредить, блин. Не по ходам. А, еще одно обезвредить. Да подожди, умирать там. Я что-то не до конца. Так, ладно, загружаем игру. Я все поняла, сейчас подождите. Ой, блин. Сейчас в каждый шаг, блин, по ловушек понатыкали, только и буду успевать их обезвреживать. Где меня там загрузят? Не, ну я точно сохранилась, как сюда зашла. Там самоцвет какой-то, я боюсь, если я его потрогаю, у нас начнется дальше сюжет. Поэтому я его не трогаю. Так. Хорошо. Табличка. А ответ лежит во тьме. Этот голос, неужели это владычица Шар? Ну ладно, давайте мы сразу сюда, к самоцветику. Понятно. Адское пламя, что это было? Путь темной владычи лежит во тьме. Вероятно, им мне следует идти. А мы сюда можем пройти? Или нас откинет? Охренеть. Так. Пошли обезвреживать. Я не знаю, сейчас буду пытаться, но это вообще кошмар какой-то. Забыла бонус взять из перед. Потрясающим. Какой веселый будет сейчас прохождение будет.
супер. Я даже боюсь представить, сколько раз мне придется пересохранять и перезаходить. Вот эта дверь, я так понимаю, закрыта, да? Ну, естественно. Давайте смотреть. Так. Обезвредить. Нервы сейчас выпотрошат мне эти ловушки. Ну хорошо, это прекрасно. Ага. Рычаг вижу. Так, ладно, мы сейчас все обойдем, подождите. Больше нету ловушек. Так. Это что? Кольцо какое-то. На всякий случай возьмем. Может, оно по квесту что-нибудь дает. Тут рычаг есть. Сохранимся. Потому что я так чувствую, чем дальше в это идти. Ну, допустим. Ладно. Это мы все четыре должны опустить. Их не четыре, там еще есть. А дверь открылась? Ладно, сейчас разберемся, допустим. Так, а у меня успех тут кончился? Ну ладно, у меня это, ну да, бонус. Так, подожди. Давай обезвреживаем. Критический провал. Супер. Там наши умирают, по-моему. Вы издеваетесь надо мной. Где же таких больше нету ловушек? Да? Нету? Грибы какие-то. Ну, я так понимаю, их все надо спустить. И я хочу сходить поспать. Они у меня сейчас умрут. Походовый режим, конечно, классно. Я не знаю, может их где-нибудь здесь оставить. Хотя тьма во всей этой, получается, идет. По логике. Ну, вот она везде у нас. Так. Так, я хочу, чтобы это, долгий отдых. Так, все, поспали быренько. Сейчас. Так, этого много. Ладно, обойдемся. Главное, чтобы ни в какой-то момент не выяснилось, что у нас припасы закончились с моим отдыхом.
Так, у нас же не должна быть какая-то ничего, что мы отдыхаем в храме. Вы, кстати, реально в храме такие расположились. Так, ребята, держимся из последних сил. Сейчас. Это мы опустили. Идем сюда. Теперь эта дверь не открывается? Нет. Ну что? Бегом, бегом. Где ловушка? Так, добавим бонус вот этот. О, чё так быстро прокрутилось? Так, надо походу выделать такие моменты. Что будешь делать-то? Так, у кого-то еще есть? Здесь вот как-то она опустилась тоже. А где еще ловушка? Так, это сломано. Угу. Так. Вот здесь. Да. Так, давай. Обезвредь ее. А у нас же здесь ничего купить-то нельзя. Он только воскрешатель есть. Так, смотрите. Мы здесь, значит, все сделали, да? Ага. Идем сюда. Эта дверь, по-моему, не открывается, да? А вот какая-то из этих, вот та открылась. Мы пришли оттуда. Табличка тут. Тут у нас ничего не опускается. Вот здесь вот мы опустили. Вот это она и так опустилась, наверное, потому что мы там что-то включили, да? Аккуратненько идем сюда. Обезвредить. Добавим бонус сразу. Нормально. Я хочу туда попробовать пройти. У меня вопрос, если я ее вот так отцеплю. Так. Так. Угу. Так. И тогда...
Подождите. Хорошо. Так, там опустили, там опустили. Чё не опустили? Я все четыре, все шесть опустила. Так, сохраню сейчас и попробую подойти к ней. Так. Хрен-то там, да? Хрен-то там. Так, пойдемте, ребятки, сюда. То светящее кольцо выглядит. Чё выглядит? Какое кольцо? Я не... Я пропустила. Сейчас спустимся туда. Туда я подойти не могу. Но откидывает. Хорошо, хоть не убивает. Разломник. Так. Тоже будут ловушки какие-то. Крыша, гробницы. Так. И... Я не знаю, что вы там говорите. Табличка. Вот, табличку можно почитать. Владычество ночи приходит с тысячами опадающих листьев. Так, ничего не включается тут. Не сможно спуститься? А какой храм потрясающий, на самом деле, сделан. Пугающий такой. Я просто смотрю, можно ли куда-то еще спуститься. Так. И что у меня получается? Я сюда пришла. Все сделала вроде как. Так. Отсюда мы зашли. Все включила. А их надо пощупать, наверное. Ну, давайте попробуем. А-а-а! Их можно выключить. Ща проверим, верна ли моя теория. Вот эту, наверное, обезвредим на всякий случай. Ой, блин, забыла юзнуть. Так, так, идем сюда. Да идем мы, идем, подожди. Так, еще вот здесь осталось, иди сюда. Так, меня снова отбросило назад, но светящееся кольцо, да, ее какое-то... А теперь мы можем подойти? Что опять не так? My faith will guide me. И докажи, что ты достоин. Меня снова так. Ага. Господи, как же здесь все сложно. Так. Но здесь эти не выключаются. Так, так, так. Сейчас я подумаю. О, дверь открывается. Ух ты. Ну, я там не знаю. Я к ней подойти могу, но больше ничего сделать не могу. Сейчас посмотрим. Сохранение пошло какое-то. Пойдемте. О, там просто свет надо было выключить. Но у меня и была такая, типа, во тьме идея. Тебе здесь не место.
Разум потрясен. В разжизненных мозгах существа живет личинка, некая иная сущность пестует ее и манипулирует ею. Нет, тебе тут не место. Это обиталище темной владычицы. Старыми костями, лишенными даже крупицы веры, делать здесь нечего. Старым. Ты делаешь глупости. Ты путаешься под ногами. Ты вмешиваешься в мои планы. Уходи. Мне не по... Да, будем говорить то, что... Адепту Залер не достает воображения. Адепту Зарель не достает и веры. Адепту Зарель много чего не достает, в отличие от меня. Теперь уходи, пока не... Идиотка с изъеденным членом, ты разбудила тьму. Мои силы раздроблены, оборона растянута. Идите ко мне и станьте стеной из костей и клинков, что сдержит надвигающую тьму немедля. Чего? Какая тьма? Что происходит? Так, кто у меня там? Ты первая? С кем деремся-то? Так. Ага. Ага. Супер? А ты чё? Чё? Подождите. Дайте я осмотрю вас. Что у вас? Живая тень. Некротическая устойчивость. Неуязвимость к лучистому урону. Это хорошо. Так. Зеркальное отражение на себя сделай. Это во-первых. Во-вторых, иди сюда. Так, у тебя все, да? Так, а ты можешь у меня посох-то свой взять? Мы пока с тобой... Ой, мне все тут не нравится. Ладно. А сколько у вас хп, темный трепет? А мне интересно, вот эту фигню серенькую, наверное, лучше на в первую очередь убивать, но по логике, по моей. Так. Ну-ка попробую. Да, надо пробовать его убивать. Так, ты где у меня стоишь? Давай-ка ты вот сюда подпрыгнешь на всякий случай, ну так спокойнее будет. Так. Подожди, иди сюда. Священное пламя, давай сюда. Ну, так лучше будет, надеюсь. Ага, ни хрена себе урончик. Ого. Так, Лайзель, смотри, надо вот эту хрень убить. Так, понятно, ты пока вот этот с тобой, перед тобой стоит, ни хрена. Подожди, давай мы вначале в ярость пойдем. Потом вот этого как долбанем. Да. Ну вот так было лучше. Так, теперь еще раз долбанем. Умница. И вот сюда. И вот так. Пока пойдет. Так. Мне не нравится. Ну-ка. Молодец. С промахом ты сделала самый то. Да.
Так. Это было хорошо. Так. Так. Некротически бесполезная штука. Это плохо. Блин, почему ты так хреново попадаешь? Так. Умница. Так, нам надо с тобой сюда идти. Well, so much for peace. Так. Как вам? Ну, тоже вариант. Так, Гейл опять сейчас будет страдать. Угу. Так, у тебя... Ты на них страх, наверное, не подействует, да? Конечно, попробовать можно. А, не, подействовало. Хорошо. В доме вот этого, да? Потому что... Да, не подействовало. Знаешь-ка? Давай-ка мы... А, не-не-не. Оставайся на месте. Сторожевая печать. И у нас будет кислота, не подействует. Холод. Молодец. Так. Мы пока не лечим. Так. А это ты плохо придумал. Гаденыш. Гаденыш. Угу. Так. Помеха. I'll strike you down. Молодец. Так, добивай его. Черт. Так, кто там остался у нас недобиток? Потрясающе. Taste my fury. Давай, бей его. Умница. Blood comes easy these days. Так. Блин, иди сюда. Right, так, ясно. Да что ж такое-то? Подожди, а что-нибудь у тебя есть? Хоть так. Шмат какой-то. Что у вас есть? Это что было вообще? Тьму мы разбудили тьму?
А куда нам надо идти-то? А куда реально нам надо идти? Мы здесь были, и мы отсюда притопали. Ага. И куда нам? Мы отсюда притопали. Ну-ка. Ага. Древний алтарь какой-то. Я хочу вот тут... Ёпрасы, ты кто? Ясно? Пошлите сюда сразу. Надо сохраниться. Что ж такое это? Интересно, третий акт еще хуже будет дальше все. Только драться и драться. На алтаре выбита надпись. Ответь на вызов своей госпожи, владычицы Шар. Пройди ее испытание и стань темным юстициаром. Вызов Шар — это легендарное место. Даже теперь, когда половина моих воспоминаний заперта на ключ, я все еще помню отголоски этих историй. Здесь приняли посвящение лучшие воины темной владычицы, а теперь здесь стою я. Что же испытание? Чтобы войти в ряды избранных владычицы Шары, нужно было пройти испытание, а затем принести жертву ее святые святых, которые открывалась только тем, кто доказал, что достоин. Мало кто преуспел в этом. Я видел это место во сне. Это моя судьба. Я должна пройти испытание. Ты уверена, что хочешь этого? Да, раньше у меня были сомнения, но это, разумеется, естественно перед таким грандиозным шагом. Если я докажу владычице Шар, что достойна, тогда она одарит меня силой, ее хватит, чтобы сокрушить Абсолют и избавиться от своих паразитов раз и навсегда. Вперед! Ну, если ты хочешь, то, пожалуйста, я же не могу тебя запретить. Ставить предмет. А чё сюда вставить-то надо? Оно написано нам в квесте? Подождите, ща посмотрим. Где это найти песнь ночи? Так, я сейчас уберу тут. Я... Рошар. Дочь тьмы, избранница Шар. Стоит охрамы, есть так. То самое исследование. Она узнала, всякий желающий доказать, что он должен пройти ряд. Хочет пройти и стать темным юстициаром. Угу. А что туда надо поставить? Вопрос на засыпку, блин. Я же не знаю. Я что-нибудь есть? Ну, давайте я еще череп попробую, но я что-то сильно сомневаюсь. Что это он? Так. И что туда надо поставить? Ой, вареный, так, подождите, я все-таки гляну в гугле. Так, ну ладно, ни хрена не нашла. Даже в Ютубе. Ну ладно, будем так. Я хотела глянуть, может, что новое вытащили. Что тут у меня? Свечи, саперный набор, кости, сапфир есть. Так, ладно. Тогда... как интересно. А это куда? Ладненько. А сюда, если пойти? Сохранимся. Я так поняла, потому что я сейчас гуглю видела, тут пипец полный будет. Не знаю, как я это вылезу отсюда. Ага, а здесь надо от рычага хрень какую-то найти, да? Ну, вот эту рукоятку. Господи, еще трясет. Найден рунный круг. О, жаровню.
Ой, подождите, подождите, там надписи были. Там бумажки, они читаются? Нет, не читаются. Хотела почитать, думала, лежат какие-то. Так, а где сам рычаг? А вот это что, куда? Вызов шар. Это лабиринт, кстати. Походу. И кто тут? Ладно, куда пришли, туда и пришли. Угу. Быстро внутрь, ты так шумишь, что сейчас. Да что ж ты будешь делать? Мы просто хотели кнутарь попасть. Линус ослиной задницей уже затрясло, а следом точно нагрянут тени, уже поздно. Ну то, что трясло, я видела. Ой, здрасте. Да что ж ты будешь делать? Ай, мне все тут не нравятся. Можно мне так это того уйти отсюда? Так, один готов. Так. Пока идем сюда. Веселая гробница. А, их там два шарика, вон еще шарик. И вон еще шарик. Да ёпрост. А сзади есть где-нибудь шарики? Которые надо в первую очередь уничтожать. Это я поняла сразу. Надо из них вылазить всякая дичь. Так. Давай-ка ты вот, вот сюда вот прям фигач. А эта хрень не сдохла? Потрясающе. Иди сюда. Так. Угу. Так. Что там, помеха? Ну, попала ты относительно. Черт. Все плохо. Бей вот в этот. Угу. Так. Плохо, плохо. Так, масухи какие-нибудь. Блин, жалко такое тратить. Там же дальше явно пипец будет какой-то. А я вот сейчас все потрачу, и будет плохо. Тяническая атака, давай. А то тут всякое вызывают они. Так, я не поняла, какого хрена? Подожди.
там бесконечно будут появляться, что ли? Так. Сзади тебя тоже появилась тень, я вижу. Супер. Так. Простите, ребятушки. Хотя тут не знаю, есть ли смысл. Вот эта хрень мне тоже не нравится. Так. Бей давай. Так. Блин, помеха, да? А вот сюда? Что-то хреновенько ты стреляешь. Вопрос? Че не так? Мне все это не нравится. Что тут происходит? Идите сюда. Так. Вообще конец есть, блин. Так. Иди сюда. И вот так вот. Сволочь. Так. Хорошо. Надо было призрачное оружие призвать. Так. У меня давай-ка вот этого добивай. Хорошо. Теперь вот так, рубание давай ему. Теперь давай ему душерез. Да что ж такое-то? Так. Умница. Ну, знаете ли, сами напросились. Сколько у вас там? Ты справишься. А вот здесь вот у меня... Так, до этого я не достаю, не достаю. Подожди. Прыгаем. Прыгаем, прыгаем. И надо, надо, надо. Луч свет вот сюда фигач. Это лучшее было наше решение.
Угу. Так. Ну ты-то, понятное дело, будешь бегать. Ну нет, теперь себя похиль. Так, а ты у меня... Шарики тут убились. Где-то еще есть. Так, подожди. Иди сюда. И давай фигач. Молодец. Так. Умница, так, дойти в ярость, оглушительный полет. Недостаточно, недостаточно. Так, а просто сюда можешь пока спуститься? Пошли. Там ребятам помощь нужна. Так. Умница. Так. Это у нас бонусные, да? Кто там пищит? Медведь Сыч довольненький. Так. Ну-ка, лупи его. Ты меня задолбал. Молодец. Теперь вот этого лупи. Хорошо. Так. Меня тоже задолбал. Критический промах. Ты чудо у меня. Гейл, гейл. Пошли летать. Так, а на тебя мне не хватит, да? Так, мы с тобой идем сюда, а то там сейчас Гейла забьют. Угу. Ясно. Так, ты у меня идешь сюда. Так. Давай-ка ты его это потрясающе. Давай-ка мы с тобой идем куда-нибудь, а? Ну ты напросился. Подождите. Да почему недостаточно? Идешь сюда. И когтями его. И второй раз. Дневник обновлен. Это что было? Почему дневник обновлен? Дай-ка мы в человека превратимся. Так. Что это было? Кошмар. Там какая-то дверь есть. Давайте мы вот тут проверим, что тут происходило. О! А там у нас Бальтазар. Сохраняемся. Сохраняемся. Так.
Так, а что у нас тут есть такого? Надо на столе, может, почитать можно что-то? Ой, сейчас посмотрим, что там будет. Ну, пошлите. Ну, посмотрим на этого Бальтазара. О, пожаловала незваная гостья. И даже все конечности при ней. Быть может, потом из тебя можно... Не каждый из верных смог бы последовать за мной через эти места. Можешь гордиться собой. Подведешь твоего так. Генерала Торма? У меня здесь все схвачено. Зарел просто ревнует. Генерал ведь верит мне, а я выполняю его стратегический план. Но сейчас ты здесь, а значит, можешь поработать своей живой плотью. Ты понимаешь, что у нас на кону? Ну, так, это... Чё это ты там намыслил? История, но без всякой связи с Кетриком. Где тебе доводилось его слышать? Ни хрена я не вспомнила. Ну, скользает от тебя. Может быть, ты мельком видела и... Да нет, это явно что-то мощное. В твоих заметках называется песня «Любопытные заметки». И любопытный, и личный. И что мне мешает сейчас же напустить на тебя мои творения, воришка? А, убеждение, что я тебе нужна, и ты это знаешь. Так. Надо было бонус добавить. Уф, ладно. Убедили мы его. Хорошо. Блин, сложность высокая такая. Ладно, ты можешь принести пользу, так что на первый раз я прощу твою недопочтительность. У меня на кону нечто куда важнее. Песня ночи — это мой шедевр. Даже если мне не суждено создать ничего лучше, я умру счастливым. Но я, конечно, не собираюсь допускать такой неловкости, как собственная окончательная смерть. Раз уж ты так хорошо умеешь вынюхивать и высматривать, послужишь мне глазами. Угу, и что ты хочешь? Песня ночи дает генералу его силу, его неуязвимость, поэтому ее непременно надо вернуть, пока ее не использовал враг. Она пропала! Тебе нужна моя помощь? От тебя мне не нужно ничего, но раз ты сюда заявилась без приглашения, я не прочь тобой воспользоваться. Песня ночи близко, но путь прегражден, а мертвецы Шариты помогать не хотят. Расчисти для меня путь силой или хитростью, мне все равно. Я буду ждать здесь, пока ты не сделаешь работу или не подохнешь. Я бы не стала доверять этому болтуну, впрочем, пока что лучше будет подыграть ему. А, давайте попросим что-нибудь. Может, что даст? Поделиться. Давайте повторим, а? Ладно. Надеюсь, не придется все переговаривать. Продолжим. Еще чего? Ты как-нибудь управишься самостоятельно, а мне защита пригодится здесь. And I'll need to keep myself well protected in this place. Ладно, не подведи меня. Гейл не одобряет. Иначе ты присоединишься к семье моих творений и пойдешь выполнять то же самое задание еще раз.
Ну тут их многовато, только вот это что стоит голем толстопой кузик. И он, кстати, сам по себе худенький так-то. Так, что-нибудь есть у тебя почитать? Фонарь, свечи. Так, что тут у нас? Кровать. Богиня Шар, я так понимаю, вот это она. Зеркало. Так. Я не знаю. Я, конечно, могла бы поговорить и потом его убить. Я могу все. Но не хочется. Так, что у нас получается? Нам надобно где-то что-то найти тут песнь ночи. Я так понимаю. А это куда нам? А это куда дверь? Дверь хранилища. Она открытая? Ну, понятное дело, закрытая. Давай свет включим. Ой, свечи такие красивенькие, фиолетовенькие. Так, а что у нас по заданию получается надо? А, мы нашли заброшенный. Отправил свой вернуть так вот, чтобы схватить, захватить песню, должна быть где-то в нем. Ага, храм Шар, и здесь она должна быть, да? Потрясающе. Потрясающе. Тут тоже дверь? Интересно, где ключи к этим дверям? Смотреть. Уязвимость к режущему. А это что у нас? Двойные. Ну-ка. Лента там, да? Ясненько. Хрен знает, где ключи, да? Без отмычек в этой игре вообще делать нечего. Так, куда нам надобно? Я не сюда. Я хотела карту посмотреть. Смотрите. Вызов шар. Интересно, как ее вызвать? Вопрос. Я потому что реально не нашла. Я даже в гугле поискала, как это сделать. Вот. И что-то я не поняла, что туда класть надо. Ну вот с тьмой-то разобрались. Тут сейчас надо будет драться. Не знаю, не знаю. Странно, странно. Так, идем сюда. Идем сюда. Значит так. Я просто не могу понять, что туда положить. Серьезно. Там и не пишется, что надо. Что у нас получается? Куда нам идти? Туда, наверное, да? Крысы. Угу. Ага. Здесь тоже что-то есть, да? Ты же у меня с животными говорить умеешь. Иди сюда. Приглядеться. Ну, нифига себе сложность. Ну, ладно, природа умения. Мы с животными умеем говорить. Сейчас попробую. У крыши густая шерсть и темнее и неподвижная. Она не молода, но выглядит здоровой. Угу. Ну, что-нибудь расскажешь нам, нет? Крыса защищает, она ведет себя почти дерзко. Тут, кстати, говорилось. Давайте попробуем руку. Какая на удивление беззастенчивая крыса. Давай пойдем дальше. А я же вроде брала разговор с животными. Куда оно у меня делось, господи? Разговор с животными.
Недостойный, недостойный ступать вместо родных костей. Прочь. О чем ты? О тебе, нарушительница, посягательница, недостойная тварь. Эти залы не для тебя. Ладно. Надолго она на тебе это? До долгого отдыха. Хорошая штучка. Так, а здесь ничего нету, да? Ага. Я вообще забыла, что здесь не только надо с крысами там разговаривать, тут еще надо с мертвыми разговаривать. Не, нас больше, оставь меня в покое. Ладно, не будем. Я вообще забыла вот про это. Это факт того, что я не играю в ДНД. Не понимаю, что можно с ними разговаривать. Вообще способность это надо всем брать. Она очень полезная. Так, ладно. На этом буду заканчивать первую вот эту серию. До Бальтазара добралась. Сейчас, потому что я так поняла, я искала же, как этот шар, вот этот, активировать испытание для Shadowheart. Так и не нашла, как, что именно туда класть. Вот честно. Вообще без понятия. Попробую еще поискать, чтобы пройти в следующей серии. И там увидела, что здесь достаточно много чего еще проходить. Так что полазим по этому подземелью еще прилично. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.